На связи доктор Жека. Самый квалифицированный хирург снова на связи. И да, я опять здесь. Это что такое-то, я что ли? И добро пожаловать в новый симулятор хирурга. Я же тебе обещал, мы с тобой набрали много лайков. И я решил записать еще одну серию симулятора хирурга. Я скачал какое-то дополнение к симулятору хирурга. И мы сегодня снова будем кого-то лечить. Так, подожди-ка, это кажется уже не Боб. Алло, вы куда Боба дели? Я не понял. Что за рычажочек? Блин, а может это Боб так изменился? Я все-таки его очень давно не видел. Я там успел и в космос летать. И какого-то инопланетянина полечить. Что пиликает, я понять не могу. Это что-то в холодильнике. Понял. Нормально, в принципе, почка в холодильнике, ничего необычного. Погоди-ка, я, кажется, понял, что тут пиликает. Это что такое? Вы что, меня тут подзорвать захотели? Я тебе эту хрень знаешь, куда вставлю? Я тебя вот ставлю вот сюда вот, потом возьму вот этот вот пультик нахрен, вот так вот потыку, и жопа тебе придет, понял? На, поешь. Как это работает? Я ни хрена не понимаю, что за рычаг вообще, что здесь происходит? А, это вот эта хрень сраная пиликает, ты посмотри, что туда ничего не летит. Вот как это выключить? Я тебя нахрен взорву, падла, я тебя... Тебя уничтожу. Подожди, Боб, секундочку. Все, я не могу работать в таких условиях. Как это открыть? Все, походу, мы сейчас взорвемся. Что у нас тут покушать есть? Вкусненько. Это кардиосканер. То есть это ритм его сердца? Боб, я, конечно, не хочу тебя расстраивать, но это вообще ненормальная ситуация. Тут нужна рука профессионала. Что это такое? Ля, капец, ножик. Ё-моё. Пиу-пиу-пап. А что мне ему пересадить-то нужно? Опа, кнопочка какая-то написана. Не нажимать. Не нажимать, говорите. Чё? Я должен кое-что рассказать. Чё? Кто это? Кэс Гоуран. Кэс Гоуран? Запомни, когда будешь логиниться на сайте, используй мой промокод PRISTOKFREE. Он даст тебе $1 на счет. Запомнил? Запомнил. CS GO Run — это сайт, где ты сможешь нехило так подняться. Тут есть много разных режимов, но учти, что это честный, но полный рандом. Берешь себе пушку из CS-ки, ну, например, за 60 рублей. Видишь, мужик бежит. Это коэффициент, на который увеличится твой выигрыш. Нам нужно сделать ставку, до какого момента он добежит перед тем, как упасть. Ну, например, до 1,5. Если он добежит до 1,5, то наш выигрыш увеличится в полтора раза. А то есть мы получим уже не 60 рублей, целых 90. Давай, пожалуйста, родименький, добежал! Добежал, серьезно? Чего? Куда он бежит? 2,85! Сюда! Есть также классическая игра «Орел и Решка». Называется «Дабл». Только тут есть еще и ребро. Если угадываешь, что выпадет, получаешь x2 бонус. Но может выпасть еще случайный другой цвет, который увеличит выигрыш в 3, в 5 и даже в 10 раз. Есть PvP, то есть можно посоревноваться со своим другом. Ну и, конечно, можно поставить на матчи по КС-ке. Короче, тема годная, и я ручаюсь за этот сайт. Его множество раз проверяли, здесь никто не кидает. Если хочешь попытать удачу, я оставлю ссылку в описании. А главное, не забудь про мой промокод PRISTOKFREE, который даст тебе $1 на счет без пополнения. Но у меня есть еще один промокод, SHADOWP, который увеличит твои пополнения на 25%. Окей, нам определенно этого Боба нужно вылечить. Капец, у тебя ручище, ёпарасоте, это что такое? Что за руки-базуки? Может быть, как-нибудь этот кардиосканер все-таки можно выключить? А то у меня немножечко подбешивает, если что. Может, надо птицу зарубить, падлу? Че вот это за пультик, я понять не могу. Я что-то включаю, только хрен пойми, что я вообще включаю. А, это телевизор! Нахрена телевизор, ладно. Не, если по этому телевизору показывали мои ролики, то еще ладно, но это хрень какая-то, нам это не нужно. Ладно, Боб, давай сделаем тебе твою операцию, что там у тебя сломалось? Ля, капец, у него стальные кости, ты посмотри, я их вообще еле разбиваю. Понятно, легкие прокуренные. Ну, Боб, тут уже на самом деле тебе почти ничем не поможешь. Но ты молодец, что обратился к самому профессиональному доктору. Ты что, ты посмотри, это его кровь? Это его кровь так типа убывает? Блин, он сейчас помрет. А что вот это такое, я не понял? Нахрен это вообще надо? Едем сюда. Аккуратненько. Я не знаю, что это такое. Может быть, это какой-то лечебный дым? Не понимаю. Капец, там у Боба сердцебиение. Боб, ты сейчас помрешь. Слушай, я понял, как избавиться от этого кардиосканера. Кардиосканер же показывает ритм сердца. А если у Боба не будет сердца, то и не будет кардиосканера. Логично? Я считаю, что очень... Ты чё, по... Он до сих пор пиликает. Может, надо выкинуть кого-нибудь его подальше? Да то ты до сих пор пиликаешь, падла. Ладно, хорошо, сейчас я пересажу твое сердце поганое. Ля, ты посмотри, тут есть два сердца. Одно большое, другое маленькое. Ну ладно, на тебе маленькое подойдет? Ну ладно, большое. Я могу тебе хоть 10 сердец...
происходит? Я проиграл? Что нужно сделать в этой операции? Вы можете мне хоть кто-нибудь объяснить? Может, нужно бутерброд съесть, я не знаю. Боб, будешь бутерброд? На, покушай. Нормально тебе? А, подожди, может быть, это нужно вставить вот сюда куда-то, и тогда эта бомба полетит куда-нибудь? Ладно, раз у Боба стальные кости, тогда я буду работать вот этим вот и... Ты видишь, что я сделал? Вообще не повредил ребра, ты посмотри, идеальная ювелирная работа. Ну так только я могу, естественно. Не, ну нам определенно нужно пересадить ему сердце. Я не знаю, что еще ему можно пересадить. Что это такое? Так, это мне тоже пригодится. Вот эту хрень мы все убираем. Да что, ну не отваливается. Ладно, поработаем ножиком. Ножиком, в принципе, тоже можно без проблем. Все, сердце я убрал. Вот эту хрень я тоже убрал. Что ему еще нужно убрать? Я не совсем понимаю. Может быть, кишки ему нужно вытащить? Ну у нас в холодильнике с тобой только сердце. Я, в принципе, я больше ничего ему не могу пересадить, потому что у меня больше ничего нет. На тебе, держи большое сердце. Может, вот так вот? Все? А-а-а, подожди, ему нужно бомбу засунуть в сердце. А чё ж вы мне раньше-то не сказали? Ладно, хорошо, давай бомбу. А, или может бомбу нужно вытащить? Я не понимаю. Я честно не выкупаю, что с этим Бобом не так, что с ним сделать нужно. Вот это в тебя еще засуну. Слушай, Боб, я вообще могу в тебя засунуть все, что угодно. Ты только попроси. Можно это щипчиками тут что-то вырезать. Я не понимаю, что с тобой сделать надо, Боб. Очнись, Боб, очнись. Все, я проиграл, походу. Ну жопа, говно. Этот уровень вообще реально пройти или нет? Сраный Боб дебильный. Тут нарисовано, что я должен пересадить ему бомбу. Бомба у нас вот здесь, но она сломанная. Потому что вот, смотри, все, я ее беру, и от нее сразу отваливается какая-то хрень. Ладно, давай еще раз отрежем ему сердце, вот эту вот штуку уберем. Это ему точно не нужно, я уверен. Беру бомбу, засовываю бомбу. Все, я прошел. Нет. Подожди, может быть, вот эту штуку нужно типа к сердцу как-то присоединить? Реально? Она присобачилась? Так, погоди-ка, а теперь? Все, я прошел. Что еще-то я не сделал? На, покушай, Боб. Мне кажется, что весь прикол кроется вот в этой штуке. Не зря же мне дали ей управлять. Что оно делает? Может быть, это типа сканер какой-то, который обнаруживает бомбу? Я должен как-то правильно навестись, я не понимаю. Что-то было? Не понял. Чего? Эта штука его лечит! Все так было просто получается. Подожди, я не долечил его. Я его еще не долечил. Нужно как-то было правильно навестись. Ты понял, да? То есть я все это время просто неправильно наводился. Ну все, сейчас просто идеально. Что не так? Живи, родной! Да куда оно разъезжается, придурочное? Господи! Какой трэш! Так, 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 аккуратненько, аккуратненько. Нет, 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 нет. Обратно, обратно. И повыше, повыше, повыше. И налево. И почти, 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 да! Все? Я прошел? Чего? Какой Д? Ты охренел? Мне двойку поставили! Слышь, Боб, а ты не охренел, а? Я тебя тут вообще-то бутербродами кормлю, а ты мне двойку поставил. Уберите нахрен, это смотреть даже не хочу. Переиграть. Не буду я ни во что переигрывать, да вы охренели совсем. Я тут старался, лечил Боба, а мне поставили двойку, падлы вонючие. Обязательно поставь прямо сейчас лайк, если тебе нравится симулятор хирурга. Я пока пойду быстренько покромсаю этого голубя сраного. Сдохни, падла, сдохни! Подписывайся на канал, тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Возможно, я найду еще какое-нибудь дополнение к симулятору хирурга. И мы с тобой пройдем абсолютно все операции, которые только существуют. Так, мне нужно включить телевизор, это очень-очень важно. Па, нормально, все. Что там у нас показывают? А, что-то про Украину, наверное. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!